В республике введен временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров. В перечне более 250 наименований. Медицинские изделия, бытовые приборы, котлы и различные насосы. Также это коснулось и транспортной отрасли. Постановление действует в течение полугода. БелЖД пустит дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург в канун Дня Октябрьской революции. Напомним, большие выходные в Беларуси выпадают на период с 5 по 7 ноября, в России с 4 по 6. Продажа билетов уже открыта. За 8 месяцев этого года в Могилевской области построено свыше 1300 новых квартир. В эксплуатацию введено более 136 тысяч квадратных метров жилья, из них 40 тысяч с господдержкой. В Бобруйске проведут прямую телефонную линию по теме поддержки многодетных семей. 29 сентября с 11 до 13 часов на вопросы ответит юрисконсульт Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Телефон 72 18 96. В Бобруйском районе пройдут дожинки. Фестиваль-ярмарка тружеников села развернется 30 сентября в агрогородке Большие Бортники. В программе церемония награждения победителей соревнований по уборке урожая, выступления творческих коллективов, выставки-продажи.